Сегодня в рамках рубрики «Хочу сказать» наша съемочная группа вышла на улицы города, чтобы узнать у саровчан, нравится ли им такая зима. Нравится. Нравится? Как? Да. С чем нравится? Всем. Хорошо, тепло и весело. Зима теплая в этом году получилась. Можно было, конечно, и похолоднее чуть. Зимы-то, собственно, и не было. Так, намеки только были. В основном была теплая зима. 15 градусов – это, в общем-то, не для наших широт. Ну, а весна еще посмотрим, что будет впереди. Думаете, наметет? Конечно. Март, он всегда в южный. Так что мы еще снега ждем. Ну, тепло, хорошо, легко идти. Хорошо. Разве такая зима должна быть? Нет. Я помню, какие зимы у нас были. Я в деревне росла. Сугробы, катались на ватрушках, на салазках, на рулетках. Ой, было весело. О, походу было. С горок. А сейчас зимы такой нет. Ну да, нравится. А чем нравится? Ну то, что можно... покидаться снежками, построить крепость. Ну, все можно делать. Ром, как тебе зима? Хорошо. Нравится? Ну, что вообще нравится? Тепло, хорошо или, может быть, похолоднее бы? Мы приехали за снегом, по снегу поползать, посмотреть. Вот. А так, конечно, красиво. Но лучше бы еще похолоднее было или так нормально? Чуть-чуть прохладнее было бы лучше. Нет, конечно, лыж почти нет, очень мало. Но все-таки есть что-то. Ой, ну расскажите, зима вообще должна быть холодной или такая вот устраивает? Я люблю, когда морозец. Люблю холодную зиму больше. Вот такую я не люблю. Чтобы по лесу покататься? Это не зима, да. Чтобы по лесу покататься с удовольствием. Чтобы с удовольствием. А вот сейчас в такую погоду удовольствия мало. Вот иду, не накатавшись. Да, устраивает. Чем вас устраивает она? Тепло, хорошо? Хорошо, тепло. Что успели сделать за зиму? Да, много чего успел. Большинство саровчан зима устраивает, но были и те, кто вдоволь не успел покататься на коньках или лыжах. Друзья, синоптики обещают, что в марте выпадет большое количество снега, и вы успеете осуществить все задуманные планы.